Приветствуем всех тех, кто смотрит нас на канале ТБН и Вера 24. Пусть Бог благословит вас. Мы передаем вам благословение от церкви Жатва из чудесного города Омска. Сегодня тема моей проповеди называется так: «Библейская победа над депрессией». Думая о том, что сегодня переживают люди, молясь и душепопечительствуя многим людям, я вижу, какая огромная нужда сегодня есть у людей в сердце, в душе. Мне так хочется поговорить сегодня об этом, потому что вижу, как Дух Святой побуждает. И я знаю, что в этой проповеди для многих из нас будет ответ, как ответ был для меня из Слова Божьего. Для меня, потому что я тоже являюсь человеком, где дух, душа и тело. Мы определенным образом тоже изнашиваемся в этой жизни. Иногда остываем и даем место врагу, дьяволу или суете, который не упустит своего шанса, чтобы принести ущерб Божьим людям. Поэтому сегодня мы постараемся разобраться, что значит победа и что значит библейская победа над депрессией. И первое место Священного Писания – это Евангелие Луки, 21 глава, 25 текст и ниже. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле, уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится». Если прочитать весь контекст, здесь идут пророчества последнего времени. И на фоне того, что будет происходить с природой, те сигналы и пророчества, которые будет выдавать нам природа, когда возшумит море, когда вулканы взорвутся, когда землетрясение пошатнет от земли, когда все это будет происходить, вдруг рядышком с этим текстом стоят простые слова об унынии народов. Ну и тогда мы думаем, что такое уныние народов? Разве уныние, это плохое настроение, может сравниться с той глобальной катастрофой, как, например, с вулканами, с землетрясениями, с наводнениями, или с пожарами, или с чем-то, что может поколебать нашу огромную планету? Что такое уныние народов? Какую роль оно играет, если оно стоит в одном контексте с этими глобальными катастрофами? Многие люди даже не могут обратить на это внимание. Это какая-то мелочь, это что-то, что не заслуживает нашего интереса. Но как никогда в последнее время, я признаю, раньше такого не было. Даже когда мы начинали церковь, служение, строительство, движение, развитие, мы никогда так много не сталкивались с тем, какая пустота часто царит в сердцах людей. Какую власть уныния взяла над многими людьми, молодыми и пожилыми, людьми, которые дезориентированы, которые потеряли связь с жизнью, потеряли радость к жизни, потеряли отношения с Богом. Потому что сегодня, когда я буду говорить эту мысль, я назвал ее специально так: «Библейская победа над депрессией». Потому что сегодня понятие депрессия, оно достаточно распространено, и многие люди понимают и знают, что это такое, и как с этим обходиться, как его восстановить, как его лечить, какими антидепрессантами, и многие психологи или какие-нибудь психотерапевты дадут какие-то комментарии и ответ в этом направлении. Я не берусь их судить, я не являюсь медиком, и это не является каким-то медицинским учреждением, это церковь. И здесь мы будем рассматривать любые вопросы нашей жизни с позиции Божьего Слова. Скажите, пожалуйста, аминь. С позиции Слова Божьего. У меня сформировалась точка зрения в жизни. Я точно уверен, что вот это состояние, которое приемлемо называть депрессией, мы можем его назвать глубочайшей пустотой и разочарованием. Что это не физиологическая болезнь, а это именно духовная болезнь или духовное состояние, которое есть в сердцах многих людей. И вот с этим мы должны разобраться. Но понятно, когда мы говорим об унынии народов, мы осознаем, что со многими людьми, с кем ты поговоришь из разных стран, племен и народов, ты видишь, что люди сегодня пребывают в унынии. Они разочарованы, они дезориентированы, они не уверены в своем завтрашнем дне. Их атакуют немощи, болезни. То одна пандемия напала на планету, то вторая, то третья. Люди не успевают ориентироваться, как им жить, куда стремиться. Но когда мы говорим за людей, не знающих Бога, это один формат разговора. А когда мы говорим за людей, которые с Богом имели встречу, которые имели с Ним отношения,
может ли в их сердце возникнуть уныние, как якорь, который может иметь такое же понимание, как депрессия? Что такое депрессия? Это глубочайшая пустота, которая не просто присутствует, она еще формирует мышление человека, она берет во власть его чувства, она буквально связывает человека и как якорь тянет его на дно. И нельзя недооценивать этого, потому что, когда мы смотрим на поколение, предшествующее нам, ну, наши папы, мамы, или, допустим, бабушки, дедушки, на долю которых выпала Вторая мировая война, голод и многие другие вещи, ну, наверное, такого не было. Лично я от своей бабушки никогда не слышал, чтобы там у нее были опущены руки, чтобы она имела глубочайшее разочарование или не рождала деток, ну, там, в рамках моего отца, его брата, моей тети и так дальше. Они сражались, они жили, они двигались, в их сердце был определенный стержень, они боролись за свое счастье, как могли. И такой позиции, как депрессия, ну, в то время вообще не существовало. Это начало быть как-то по-особенному в последнее время. Я посмотрел статистику определенную. Потому что всегда я почему-то думал, что если у человека не имеет какой-то материальной базы, значит, у него есть большая склонность к какой-то глубочайшей, сформирующей его печали. Но, как оказалось, нет. Есть достаточно множество людей, у которых есть средства к существованию. Или, как говорят, чем отличаются богатые люди от бедных. Бедные думают, что счастье в деньгах, а богатые уже точно уверены, что это не в них счастье. И вот... Чем они еще отличаются? Одни, у них одно мышление, у других другое. И одни еще к этому стремятся, а другие уже там были. И они понимают, что деньги не насыщают. И многие цивилизованные и достаточно сильные государства с экономической точки зрения, у них зашкаливающий процент депрессии и вот этих суицидов, или назовем это самоликвидацией, потому что депрессия имеет конкретную цель. Цель. Это главная цель с моей позиции, с библейской позиции, с нашей позиции, за которой стоит враг дьявол. Он как сеть бросает это состояние на многих людей, которые дают этому место, а мы сейчас с этим разберемся, где это место, как это происходит. И цель, куда он ведет душу человека, называется самоустранение. В некоторых государствах есть целые места, допустим, возьмите Японию. Достаточно цивилизованное, прогрессирующее государство с большим валовым доходом, огромное, сильное, умное, творческое и во всех отношениях развитая страна. Но у них целые есть места, леса, мосты, куда люди приходят, чтобы свести счеты с жизнью. Чувствуя свою абсолютную никчемность, ненужность, тупиковое состояние, они не видят себя в этом обществе. Там дежурит полиция, там есть целые леса, куда люди уходят, и специально они думают об этом, они планируют это. И беда-то в том, что когда приходят вот эти симптомы, вот это состояние, а поверьте, наверное, когда я анализировал свою жизнь, свое священство и хождение перед Богом, я, оказывается, тоже замечал моменты, которые очень близко граничат или прямо приводили меня в состояние, когда у меня тоже опускались руки, когда тоже хотелось куда-нибудь сбежать в какой-нибудь лес, и вообще сама по себе вот эти симптомы состояния депрессивного, вот этой пустоты души, что это за состояние? Ну, для многих это отсутствие сна, люди не могут спать. Другие не могут, они теряют всякий вкус к пище, они перестают кушать и приходят к какой-то духовной анорексии, физической анорексии. Они просто самоустраняются какими-то мелкими шагами, идут к самоликвидации. Другие люди не могут переносить радостных людей. Не дай Бог, в их жизни появится кто-то, кто улыбается или громко засмеется без каких-либо комплексов. Мгновенная, такая подсознательная реакция ненависти к такому человеку. Потому что если у человека дыра внутри и пустота, и он видит, кто-то радуется, ликует, торжествует, он однозначно, мгновенно может сказать: суд, лицемерие, неправда, все мы одним миром мазаны, и в нашей жизни не может быть никакой радости, а если она у тебя есть, значит, у человека есть какая-то боль по отношению к таким людям. И можно продолжить, когда у человека только состояние депрессии, он видеть никого не хочет. Он хочет куда-то исчезнуть, устраниться. Многие люди годами, у нас был сосед один, он никогда не выходил из квартиры. Года шли уже, и мы забывали про него, и не забывали про него. Потом он жил там на первом этаже,
И он настолько загнал себя в этом состоянии, он перестал, ну, все равно же выходить куда-то надо, и проходили года. Он потом выходил в окно ночью, когда его никто не видел, и обратно туда заходил, и все думали, что... Такие люди очень часто впоследствии попадают в определенные медицинские учреждения, где их пытаются как-то реанимировать. И, ну, государство тоже старается что-то делать. Но мы с вами Божий народ. Мы с вами должны понять, в чем настоящий корень вот этого состояния пустоты. Откуда он берет свое начало. Потому что для меня вот это состояние депрессии, оно показано, как, знаете, как воронка на нашем удивительном Иртыше. Есть такие места, где буквально вода вот так заворачивается, и если кто-нибудь попадает в эту воронку, она просто утаскивает человека на дно. Каким бы ты пловцом ни был, есть что-то, что сильнее тебя. И с этим надо разбираться теми источниками и той силой, которая намного сильнее этой пустоты, намного сильнее любой депрессии. Потому что случайные люди, вот так ты шел, жил, любил, женился, все хорошо в твоей жизни, внезапно проснулся, и у тебя нет тяги к жизни, у тебя нет никакого счастья, у тебя нет ничего, что могло бы сегодня твои эмоции всколыхнуть и сказать: слава Богу за новый день, бегу в церковь, радуюсь, ликую. Вспомни день своего рождения, когда ты родился свыше, я говорю про духовное состояние. Тебе ничего не изменилось на твоих банковских счетах. Обувь новая не появилась, и транспортное средство тут же не обновилось. Но что-то поменялось в сердце. Пришло желание жить. И человек стал видеть в жизни вот эти детали, тонкости, которые его радуют, которые приносят ему внутри сердца такое торжество. Он перестал видеть мир черно-белыми красками. Мир засиял красками Божьей радуги. Захотелось любить природу, захотелось прощать, любить своих родителей, захотелось любить, обнимать своих детей, захотелось прощать своих соседей, захотелось просто жить. Что произошло? Произошло то, что Святой Дух коснулся человеческого сердца. Не таблетки, вы слышите? Не уколы в данном случае, не торпеды, от которых вшивают, чтобы не пил и там и не курил. И многое сегодня люди пытаются делать, но в один момент происходит удивительное чудо, когда Дух Святой касается человеческого сердца. Открываются духовные глаза. Человек начинает видеть жизнь Божьими глазами. Избавляет ли его вот это состояние рождения свыше от атак врага дьявола? Потому что по большому счету мы же продолжаем жить, мы же продолжаем служить. Мы соприкасаемся с этим миром от понедельника до понедельника. Мы видим людей, мы видим нужду, мы видим скорби, мы видим атаки на свое здоровье. Мы видим все, что сегодня также переживают люди в этом мире. Но почему-то одни проходят это удручающим состоянием, когда хотят убежать от всех, ненавидеть всех, разочароваться над всем и в буквальном смысле слова самоустраниться, физически закрыв себя дома, исчезнув на необитаемом острове или вообще, не дай Бог, каким-то образом придя к какому-то суициду. Церковь всегда останавливала и служила таким людям, потому что Бог дал человеку жизнь. Суицид не является выходом, это великий грех. Бог сказал: не убей. И поэтому церковь всегда стоит на этой позиции. Если сегодня появятся либералы, которые говорят: ну ведь это тоже выбор человека, не хочет жить, пускай не живет. Нет. Враг, дьявол, отец лжи. Он сделал все, чтобы люди думали: ты никому не нужен. Он сделал все, чтобы человек чувствовал себя пустым, никчемным, брошенным, оставленным. А Бог сделал все, чтобы любовь Иисуса Христа, вот знаете, пролилась в сердце человека, излечила, исцелила все раны и все вражеские обманы, чтобы человек мог прожить жизнь полноценно со Христом, исполнив Его волю, порадовавшись с Богом на этой земле и победоносно уйти в вечность. Друзья, в вечности мы уже с вами не будем сталкиваться с какими-то трудностями, сложностями и проблемами. В вечности мы не будем молиться за исцеление или не будем никого консультировать в брачных кризисах. В вечности тебе не надо будет переживать: о, что же я буду завтра кушать и что же я буду завтра одевать. В вечности вообще не будет таких проблем.
Там не будет всех этих заповедей, потому что они там просто не нужны. Там будет только две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Но это будет часть нашей новой природы, мы будем жить в этом. Поэтому наша с вами задача прожить на этой земле победоносно на основании Божьего Слова. Два места Писания, одно как обетование, данное нам, которое открывает нам путь, как Бог смотрит на жизнь человека. Давайте посмотрим с вами книга пророка Исаии, 16 текст 48 главы. Книга пророка Исаии 48:16. Библия говорит: «Приступите ко мне, слушайте это. И я сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев, я, Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Драгоценные, право выбора у человека остается. И Господь словно предлагает нам определиться, по каким уставам, заповедям мы будем жить на этой земле. Уныние народов, землетрясения, моровая язва, страшнейшие болезни, война, военные слухи, восстанет народ на народ, голод. Все это факт. Это все было и есть. И никуда от этого не уйти. Но для нас с вами есть другое обетование. Это обетование, которое говорит о том, что есть наш с вами Искупитель, Бог наш, который предлагает нам, находясь фактически в этом разрушающемся, самоустраняющемся через грех мире, быть другими людьми, людьми, которые принимают другую пищу, другую информацию. У них другой взгляд на жизнь, они не живут одним днем. Они понимают, что заповедь Божья и Божье Слово – это не игра. Это жизнь человека. И то, как ты будешь к этому относиться, так тебя это и благословит. И написано здесь в пророке Исаии, он говорит нам: «О, если бы ты внимал заповеди мои, тогда твой мир, мир, шалом, это то, что внутри у человека, это то, за что сегодня многие люди борются, они хотят получить внутри себя покой, но многие не могут его получить, потому что мы знаем с вами, хорошее время покоя – это время сна, многие не могут спать». Многие употребляют разные специальные пилюли для того, чтобы уснуть, забыться. Многие через это состояние уходят в алкоголь, в зависимость, и один грех покрывают еще большим грехом. Они неправильно решают вопрос отсутствия мира в своем сердце, потому что они его потеряли на определенном этапе. И когда человек заигрывает с грехом и свою свободную волю направляет не в послушание Богу, а в послушание миру, дьяволу, князю, господствующему в воздухе, тогда человек разрушает свою жизнь, он шаг за шагом идет к тьме. Тьма, она словно как пасть открывает, и человек еще пока живет, еще что-то в его жизни происходит, он еще может быть где-то там улыбается, и так дальше, и так дальше. Но если он идет в сторону тьмы, наступит момент, когда эта дверь, эта ловушка, она захлопнется. И человек хотел бы уже вернуться назад, но он уже не может. И многие люди, которые сегодня верят в реинкарнацию, которые говорят: ну, я всего лишь устраню жизнь, в которой живу сейчас. Я не хочу, мне не нравится свое тело, мне не нравятся свои родители, мне не нравится страна, мне не нравится экология, мне вообще ничего не нравится. Я верю в реинкарнацию. Я сейчас закончу свою жизнь самоубийством, они планируют это, думают об этом. А потом я перерождаюсь в другую личность или в другую какую-то там субстанцию. И потом опять дойду до какой-нибудь внутренней эволюции этой всей системы и опять стану человеком. Но мы с вами знаем, верующие в Библию, что Писание нам говорит, никакой реинкарнации не существует. Человек не перерождается вновь и вновь, вновь и вновь, и это бесконечная цикличная ситуация. Бог сказал, человеку Он дал жизнь, и это дар, данный однажды. Поэтому однажды должно человеку родиться, говорит послание к евреям,
прожить однажды, а потом умереть, уйти в вечность. Ну, смерть это тоже факт, потому что Адам и Ева передали нам эту эстафету, и сегодня мы знаем, что такое родиться, прожить своей большей крепости 80-90, а потом уже уйти в вечность, все равно уйти в вечность. Как бы мы ни пытались продлить свою земную жизнь, нам все равно придется уйти в вечность. И именно там вечность открывается для нас, другая дверь, которая называется вечность без лимита. Там уже нет никакого лимита. И дьявол это знает. Он знает, что если человек захлопнет за собой дверь, пойдя на поводу суицида, который берет свое начало в депрессии, который сегодня мы называем глобальной формирующей пустотой, если он закроет за собой эту дверь, он никогда не будет в вечности с Богом. И то, что душило, ломало, и тому, чему он позволил быть в своем сердце здесь, на этой земле, от того, от чего он хотел убежать, исчезнуть, потеряться, чтобы начать что-то новое, враг дьявола обманывает таких людей. И когда человек оказывается в преисподней навеки, он понимает то, от чего он убегал. Он оказался в этом состоянии только в миллиарды раз сильнее. А боль в том, что уже ничего нельзя изменить. Поэтому Экклесиаст говорит, что даже живому псу лучше, нежели мертвому льву. И когда у человека жизнь вот подобная, она разрушена, но он жив, жив, жив. Это говорит о том, что у него есть шанс все поменять. Сделай главное в своей жизни. Что? Вернись к Богу. Пустота не берет свое начало просто так. Она появляется шаг за шагом. От чего? От того, что люди теряют отношения с Богом. Бог становится для них номером 10, а не номером 1. Поэтому многие люди, которых мы видим, которых мы утешаем, слезы которых мы вытираем, за которых мы молимся, мы видим, как люди что-то делают в этой жизни неправильно. Ну почему неправильно? Да потому что они осознанно допускают в свою жизнь грех. Но кто из нас без греха? Но если подобные вещи в твоей жизни были, остановись, измени, покайся. Бог даст тебе милость на обновление. Все может быть по-новому. Но когда человек упорством своим, беззакониями своими отвергает Слово Божье и уходит дальше и дальше, дальше и дальше, он оказывается в состоянии глобального обмана. Потому что он идет к точке невозврата. Да сохранит нас от этого Бог. Поэтому Библия говорит нам. Исаия 57:19. Я исполню слово «мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». 20 текст 57 главы. Они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Ну посмотрите, какое строгое слово. Если в первом тексте пророк Исаия говорит, мир твой был бы как река, а мы знаем, что такое полноводная река, которая сносит все на своем пути. Ну, в хорошем смысле слова в данном случае. А здесь Писание говорит о нечестивых людях, которые приняли решение окончательно быть нечестивыми. Это не люди, которые оступились, попали в какой-то грех и хотят выбраться оттуда, но у них не получается. Получается, если человек искренно этого хочет, скажи аминь. А разве у нас было не так? Разве мы не были связаны по рукам и ногам? Кто-то в грехах, оккультизмах, кто-то в блудах, кто-то в воровстве, кто-то в сквернословии, кто-то в зависимости громании. Да много грехов, их и не перечислишь все. Но когда ты захотел избавиться, когда ты воззвал к своему Творцу, что произошло? Писание говорит, в твое сердце приходит мир, как река. И эта река уносит, она смывает эти грязные берега. И весь грех, за что он держался, все эти привычки, все эти вещи, которые эмоционально на 5 минут взвинчивали человека, но впоследствии все 95% просто бросали его на разрушение и грех, эта река Божья уносит. И человек становится Божьим человеком. В его сердце приходит мир, шалом. А нечестивым написано, нет мира. Нет. Писание четко говорит, нечестивые, как море взволнованное. Мы знаем, что такое штиль, мы знаем, что такое романтика, мы знаем, что такое, когда при закате солнца
Ты держишь свою супругу за руку, и уже смеркается, и тут так красиво все, прекрасно. А представьте себе, когда шторм, когда море бушует, когда невозможно его остановить ни днем, ни вечером, ни ночью. Когда такой конец в жизни, человек такой тупик, человек не, он идет на износ, он буквально загоняет себя, он не может ни отдохнуть, ни преклонить куда-то голову. Он убегал от людей и в конечном итоге остался один. Но невозможно же убежать от мыслей, если даже уйти от людей, исчезнуть куда-то. Но мысли, дьявольские мысли, от них-то как уйти? Где бы ни был человек, да хоть на Луне, все равно враг, дьявол, пока еще есть ему время, в Поднебесной он тоже может обитать везде. И демоны, бесы, они также могут бросать человеку мысли о том, что ты не нужен, ты чужой на этой земле, ты лишний. Те, кто тебя любили, предали. Те, кто обещали, не исполнили, потому что ты такой. У тебя одна дорога, у тебя один выход – самоустраниться. Вот поэтому Писание говорит нам, Римлянам 1 глава, вспоминайте, так как они не заботились иметь Бога в разуме. Народ Божий, почему мы собираемся в церкви? Почему мы идем на домашние группы? Почему мы идем на библейскую школу? Почему мы формируем в человеке правильный библейский взгляд? Чтобы мысли наши, разум наш – был занят Словом Божьим. Ну, аминь или не аминь? Драгоценный, кто смотрит нас на телеканале ТБН и Вера24. Спасибо, что вы были с нами. Если вы посчитаете для себя важным дослушать эту проповедь до ее финала, переходите на YouTube-канал Церкви Жатвы или на другие мессенджеры, где сейчас идет прямая трансляция. Мир вам и Божьих благословений. Итак, когда мы говорим о людях, которые живут в мире, это один формат. Но когда мы говорим о людях верующих, это другой формат. Я бы даже сказал так, более пугающе. Потому что для нас раньше не существовало такой позиции, как верующий человек, у которого есть состояние пустоты, депрессии, когда он ненавидит всех и хочет от всех куда-то исчезнуть. Мы думали всегда, ну что это такое? Ты просто реши эти вопросы как-то по-другому. Да как это могло вообще прийти в твою жизнь? Да. Небезосновательно. Вот давайте посмотрим. И первая позиция – это люди теряют.